Доброе утро, новая Атлантида. В эфире новости. Вчера прошло мероприятие под названием «Священная тропа друидов». Очень серьезное и тяжелое. Но несмотря на жару и достаточно трудные испытания, все ребята справились. Переполненные эмоциями ждали подведения итогов. И священный камень друида был отдан 2-й Б-филе. Поздравляем! Добрый вечер, Атлантида. Я приветствую всех, кто выжил сегодня. Сейчас мы объявим результаты тропы друидов. Итак, 3-е место на священной тропе друидов заняла 2-я Афива. Итак, дипломом 1-й степени, а также священным камнем друидов награждается 2-я Б-фила! Прошли первыми и третьими. Вы прошли, и вы выжили, все вместе пришли. Да. Это просто силачи какие-то, я не знаю. Было тяжело? Мужики. Тяжело было? Конечно. Было тяжело. Станции какие самые трудные были? Знаете, у нас были вот, во второй Афилы самые трудные были последние станции. То есть вышка, да, вот последние уже все умершие, и там они еще были бегать. У всех самые тяжелые. Да. Ну, а комиссары вас поддерживали? Конечно. Если бы не комиссары, мы бы не смогли, наверное, выиграть. Ну, вы молодцы, я желаю вам удачи, идите спать, вы, наверное, сегодня очень устали. Нет, спать мы не пойдем. Сделано по заказу Министерства обороны. Публикуется на правах рекламы. Еще один. Поломаем. Поколобаха. Знаете, у меня такое ощущение, что вы имеете в виду меня, но по вашему тону это... Отставить! Черт, еще одно чмо! Так, плюс! Взяли шлопки в автобус! Забрали куда-то, прямо из военкомата, увезли. Стой! Так, что ты, мы
как уютно я себя чувствую сегодня в таком замечательном шалаше. Теперь я спокойно могу работать и готовить новую книгу о похождении граждан Новой Атлантиды здесь. Да! Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, вновь мы 100 000 я. Струйкой дым понесла тишина, запечалилась в небе луна. Ну и пусть мне печаль не страшна, главное, что есть ты у меня. Себя втихаря помолюсь, закурю и опять зарекусь. Жаль, что только сейчас понял я, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонким прутиком песок летет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. Карточку нежно храню, ты смеешься на ней, я кричу. Я вернусь, по-другому нельзя, потому что есть ты у меня. Вновь на ход, и опять мы идем, ловим воздух, как лошади ртом. Ну и пусть впереди западня, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Но это ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня. Вечером прошло закрытие Соколиады 2007. Театрализованное представление на горе, маршировка, священный огонь, награждение – все это могли наблюдать жители Новой Атлантиды. Через несколько секунд начнется концерт, посвященный закрытию Соколиады 2007. И что из этого получится, мы узнаем чуть позже. Настало время подвести итоги. И сейчас слово предоставляется президенту Олимпийского комитета, тренеру республиканской категории по комиссарскому многоборью, многократной чемпионке в соревнованиях по раздаче объективных пендалей Алене Лепешкиной. Знаете ли, радостно то, что не то, чтобы в грязь лицом не упали, а упали и красиво, чем особенно гордится весь
Сахалиадский спорткомитет, за что мы вам громаднейшие благодарны, ваши аплодисменты! Наш новоатлантский спорт самый мирный, самый веселый, самый находчивый спорт в мире. Но я хочу выразить искренние слова благодарности всем своим коллегам, комиссарам педагогического отряда «Крылатый», тем комиссарам, которые все эти дни наших игр Сахалиады были рядом с вами, лучшие из лучших спортсмены Новой Атлантиды! Скажите, пожалуйста, вот я уже наблюдаю вот этот костюм с открытия Сахалиады. Объясните мне, что это? Ну, наверное, как вы могли уже слышать, это все-таки Афина Паллада. Ну, и поскольку Сахалиада это такое, я бы сказала, уникальное событие, в такой степени уникальное, что даже боги сходят на землю. И поэтому... Я здесь. Это было закрытие Сахалиады 2007. Виолетта Игнатова, Антон Потапенков. Специально для телевидения Новой Атлантиды. У Соколовой Анны сегодня день рождения. Братья-комиссары поздравляют Анну с 17-летием. Желают огромного счастья и неземной любви. Поздравляем. На этом все. Любите друг друга. Удачи.